Кошечка Муха получила свое имя из-за того, что под носиком у нее черная точка. Мухе 5 лет. Маленьким котенком она попала к волонтеру на передержку и в раннем возрасте переболела кошачьей чумкой. Брата Мухи от болезни спасти не удалось, но кошку вылечили. Теперь у нее нет никаких проблем со здоровьем. Муха – дама с характером, но при этом ласковая и спокойная. Девочка пушистая, поэтому ей необходим груминг. Мы ее в скором времени планируем туда отвезти, но и в условиях дома тоже нужно будет за ней постоянно смотреть, вычесывать ей шерстку. Она ласковая очень, но она, если ей что-то не нравится, может немножечко так лапкой с коготками поцарапать. Муха вакцинированная, стерилизованная, приучена к лотку. Из-за особенностей характера ее лучше не брать в семью с маленькими детьми. Лучше всего, если муха будет единственной кошкой в семье, однако на передержке она жила вместе с другими котами и в целом ни в каких провокациях, драках не участвовала, поэтому есть вероятность, что она достаточно быстро адаптируется и к другим животным дома, если это будут кошки. С собаками, скорее всего, не подружится. Герде чуть меньше года. Кошечка очень активная, игривая и ласковая. Герда вместе с братом Каем попала в приют в мае прошлого года. Волонтеры заметили у Герды потемнение одного глаза. Это оказалась глазная форма ФИПа. Кошка перенесла длительное лечение, но теперь с Гердой все в порядке. Наши рекомендации желательно единственная в семье. Девочка еще не стерилизована, поскольку после болезни должно пройти хотя бы месяц-полтора, чтобы организм полностью восстановился, потому что стерилизация все равно небольшой стресс. Поэтому мы рекомендуем сначала взять ее домой, а потом, когда она адаптируется, принести к нам на стерилизацию. Если вы хотите помочь обитателям приюта Мурдом, то до 22 марта в рамках благотворительной акции «Большая помощь маленькому другу» приносите корм и медикаменты в молодежный центр в кабинет 220. А если вы хотите познакомиться с героями нашего выпуска, звоните по телефону 8-908-762-09-51 или пишите в группу приюта ВКонтакте. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.